Привет, друзья! Нам нужно срочно прокачать вот эту акулу. Давайте тогда приступать. Видим то, что я вижу очень и очень даже хорошие множители. Вот буквально, ребятоньки, два множителя мы взяли, и третий нам уже позволяет быть просто огромнейшей акулой. Я, честно говоря, никогда таких акул не видел, да и вообще, в принципе, в жизни я их тоже не видел. Ну и в итоге, давайте тогда, друзья, будем доходить до финалочки. Видим то, что у нас умножить на 3 множитель и еще плюс 450. Офигеть! Вы просто посмотрите на эту жесть. У нашей акулы 20 000 очков массы, и как она жестко победила нашу противницу.